что делать? Как зовут? Наташка. Наташка. Вперед. Сейчас я сама. Не толкайте. Ой, бляха-муха. Ой, как мне страшно. Да у меня трясется все. Нет, не толкать. Можешь взять ближе к узлу. А больно не будет? Нет, не будет больно. Если я буду держаться, больно не будет? Да, и так не будет больно. Ну, типа, когда держишься за веревку, больше шанс, что типа, ну, меня спасет, вот что-то там, знаешь. Нет, у меня просто руки некуда деть, и поэтому... Блять! Может, пропустить их? Да нет, уже перелезла, уже нельзя. Да прыгай, не переживай, все хорошо будет. Даже стоишь хуже. Ой, блядь, как это сложно! Давай. Да нет, просто шагни. Просто шаг сделай и все. Меня трясет. Все, соберись. Да, сейчас. Нормально, что тебя трясет. Как и должно быть. Так. Так, не толкать меня, не толкай. Ближе к узлу, а вот отлично. Вот здесь? Да. Все, посчитаем? Блядь, так высоко. Давай, посчитаем и прыгаешь. Ла-ла-ла. А если я не смогу, то в направлении? Завались вперед просто, если вот так. Не могу. Тут приливом расстались, все отлично будет, так что не переживай. Я понимаю, сложно делать шаг. Давай, подсчет. Давай. Пять! Подожди, 4. А как тебя зовут? Алексей. Алексей. Я не знаю. Давай еще раз. Не бойся, прям. Пять, 4, 3, 2, 1. Сейчас. Давайте пропустим. Кого пропустим? Никого пускать не будем. Прыгай, не пой. Что, еще раз посчитать? Подожди. Не надо, я сама, я сама. Давай сама. Блять, я в обморок сейчас упаду. Душа первая, никто не падал. Да реально, кружится что-то все. А потому что ты долго стоишь и долго смотришь вниз, поэтому надо быстро прыгать. Давай, уже закат сейчас будет. Я не могу. Как решить? Давай я подочу. Нет. Я не могу! Слушай, ну сейчас реально уже все. Уже потемки будут, уже не прыгнем. А, мне страшно! А если у меня сердце остановится? Ну, тоже будешь первая, у кого остановилось сердце от такого. Интересно. Ниже, ниже, ниже. Ближе к узлу, держись. Давай. А, руки больно не будет? 3, 2, 1, пошло! Молодец.